Кофе, брат. Я Саски. Дец, это презентация iPhone. Там тип говорит, клевый новый дизайн, бля. Там нихуя не изменилось от слова совсем и инновации. Но у меня ты есть что, мнение одно. Здорово. Есть видео какое-то короткое про iPhone уважаемый. Новый. Короче, ребята, я себе покупаю вот этот вот телефон. Вот. И я вот так вот, когда показывал этот телефон, мне Какус позвонил и на стриме сказал: «Ха-ха-ха-ха, у тебя расположение камер, как у старых айфонов, все спиздили Самсунги». Внимание, новые айфоны. Ну, в очередной раз, блять, просто в очередной нахуй раз, да? Но я недоволен, ребята, я сейчас вам покажу, да, еще раз. Я очень надеюсь на то, что Самсунги что-нибудь придумают. Если я примагничиваю вот эту хуйню, то вот это что за хуйня и как это делать? Как этот вопрос решать мы будем? Спойлер, мы никак этот вопрос решать не будем. Стой, досмотри до конца. Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт — это Lol Steam. Lol Steam, купить или продать. Выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть. Посоветуй друзьям, регистрируйся сам. А вы мне можете рассказать вообще, привет, какие там изменения, какие инновации ебанутые, блять? Алло, цифра названия поменялась. Ну, блять, надежды были. Модер конфа. Так, чё будет? 5x телефото. Камера контрол какая-то, блядь, сбоку какая-то хуйня. В смысле, блядь? А почему они в плюсах перечисляют то, что было в прошлом году, блядь? Подожди. Ну, вот эта кнопка — это прошлый год. 5x телевик — это прошлый год. Блять, USB прошлый год. А чё нового-то? Чё они добавили нового? За что должны гои давать бабки свои? Диагональ 6.3 и 6.9. Новый А18 мощнее, чем предыдущий. Наверное, потянет GTA 5. Основная камера 48 мегапикселей с ультрашироким объективом. Видео 4К в slow motion. Кому не похуй, если честно. Кинематографический slow motion 4K 120 fps Dolby Vision. Цена Pro версии, блять. А Pro Max. Алиса, $1200 в рубли. 107 787 рублей. Ебать. Сука, сколько же вы это ждали? Вот мне интересно, сколько айфонщики ждали... Ёб твою мать. Сколько айфонщики ждали, блядь, кнопку паузы, когда видео снимаешь? Бля, это прям реальная инновация. Это вот это полный пиздец. Это реально. Я недавно на айфон снимал такой, хочу на паузу запись поставить, и такой... А, бля. Прикол. Не, ну нормально, вы скоро догоните. Это пиздец. Ну, короче, я понял. Мое мнение, хуйта, если мне Мелшер его подарит, то, пожалуйста, пусть даже не дарит. Ну, что-то я не вижу ничего. Предыдущий хотя бы, ну, прикольно то, что там USB Type-C добавили. А это хуйня какая-то полная. Вот и закончилась первая осенняя презентация Apple. И она была потрясной. Блядь, нам... ну это хуй пойми, кто он разговаривает из банки, блядь. Чё, смотреть? 10 минут. Показали много чего интересного и нового, а мы, в свою очередь, сделали краткие итоги для вас. Давай. Сейчас все подробно расскажу, но перед началом рекомендую подписаться, пишите, да, да. Поехали! Привет, у микрофона Антон, и это итоги презентации Apple. Вот там интересно было сейчас. Поехали! Розовый цвет очень круто, блядь. Если будет какой-нибудь следующий Samsung розового цвета... Началась презентация с красивого видеоряда, где нам показали разные сценарии использования продуктов компании Apple. Мне показалось? Apple. Что ни говори, а среди презентаций Apple просто нет равных. Ура, да! Появился Тим Кук, поприветствовал нас и коротко рассказал о достижениях компании.
Помнил нам про Apple Intelligence, а после мы перешли к первому гаджету компании. И сразу с козырей. Новый дизайн, красивая реклама. Встречайте новый Apple Watch Series 10. Самые большие и самые тонкие часы компании Apple. Ну, блядь, тут, наверное, как будто бы... Затем появился Джефф, который расскажет... Джефф. Часах подробнее. Series 10 получили самый большой дисплей. Он больше, чем у Apple Watch Ultra 2. Углы стали более закруглёнными. Дисплей стал на 40% ярче. Always on дисплей теперь обновляется каждую одну секунду, а не каждую минуту, как было раньше. Появился новый черный цвет. Это полированный алюминиевый сплав. Раньше Apple так не делали. Выглядит очень красиво. Ну, бля, ну просто слово «раньше Apple так не делали», она, ну, ко всему хуй может подходить. Ебать, добавили кнопку паузы при съемке видео. Раньше Apple так не делали. Очень круто у них получилось, блядь. Как они до этого додумались, сука? Просто это ж охуеть. Это сколько лет нам надо было разработку, блядь, вести? Ну, еще два цвета. Розовое, золото и серебряный. Прикольно, прикольно. Эти цвета, конечно, напомнили времена iPhone 5s. Толщина часов всего 9,7 миллиметров, что на 10% тоньше, чем Apple Watch Series 9. Короче, ребята, рассказываю. Часы, есть два типа людей. Либо которым, ну, реально нравятся часы, либо вот такие, как я, купили такие и думаешь, что они мне нужны. Мне они нужны только для спорта. Меня, во-первых, устраивает, но мне не очень нравится, что, видишь, они какие-то, блядь, ну, прям толстые. Вот когда то... Ну, у Apple, наверное, часы на рынке одни из самых охуенных. Вот. Ну, может быть, не по функционалу, но по дизайну тут я, ну, блядь, снимаю шляпу, тут правда. Музыку и подкасты можно слушать теперь прямо с часов Apple. Ебать, это ж скольким людям... Вот так в автобусе будет охуенно ехать и музыку, блядь, и подкасты слушать, блядь. Через 10 зарядка стала быстрее. За 30 минут вы сможете их заряжать до 80%. Часы также будут доступны в новом корпусе, сделанном из полированного титана. Три цвета: натуральный, золотой и черный. Нихуя себе. Сердцем часов на кристалле S10, что позволит использовать все функции Apple Intelligence на ваших часах. Теперь, хотя до этого типа не все можно было. Речь пойдет о здоровье. Нам напомнили о том, как Apple Watch могут помочь в отслеживании показателей вашего здоровья. А затем нам представили... Да, я видел, вот когда видели видео, как у колбасы замеряется пульс, и у колбасы, оказывается, ну, по версии Apple Watch, пульс есть. Фишку. Апноэ сна. Это прерывы дыхания во сне длительностью от 5 до 60 секунд. Часы будут это замечать, анализировать и раз в 30 дней сообщать вам, что нужно обратиться к врачу. Это какая-то... Блять, это скольким процентом? Я в первый раз слышу то, что есть какое-то прерывание дыхания во сне, блять. Какой нахуй? Мне похуй, я когда сплю, блять. Если были обнаружены признаки апноэ, доступно это будет в 150... И еще, тем более, кто спит в часах, я понимаю, в ми-бендах, там, ксиаомовских можно спать, которые, ну, вообще маленькие, пиздец. А когда ты их будешь заряжать просто, если ты спишь в часах? В странах уже в ближайшие месяцы. Причем доступно будет даже на Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Цена, бля, от $399 за GPS Apple... ударов колбасы по Apple Watch. 61, колбаса умирает. Watch Series 10. Бля, кто это скинул, тот легенда. И $499 за версию с поддержкой eSIM. Далее речь пошла о премиальных часах. Нам очень долго напоминали о том, какие классные Apple Watch Ultra. Затем показали новые Apple Watch Ultra 2 в новом черном цвете Satin Black. Это не новые часы, это новый цвет показанных часов в прошлом году. Вау, такое от Apple, бля, мы увидели впервые. Цена 799. Бля, впервые увидели. Блять, охуеть, сука, цвет поменяли. Мы такое увидели впервые, ребята, бля. Долларов. Старт продаж 20-го. Да нет, толстые, сентября. Затем нам вернули Тима, и мы перешли к новой теме. Наушнички. Встречайте новые AirPods 4. Любимые многими наушники получили обновление. Прокачали звук. Теперь они звучат еще... Это вот такой звук был прокачан.
еще лучше. Для взаимодействия с Siri можно просто кивать головой, как будто... Бля, вот это прикольно. Вот бы мне такую Яндекс Алису вставить, блядь, в мои наушники, это было бы реально охуенно. Ты вы отвечаете, да? Иногда так не кайф телефон доставать, хочу спросить, блядь, какая погода там будет через полчаса, чтобы я там собрался куда-то поехать. Или нет. Зарядный кейс оснащен разъемом USB Type-C и позволяет наушникам работать до 20 часов. Версий наушников будет две. Вторая версия AirPods 4 получила активное шумоподавление, режим Ура! Прозрачности и все то, за что мы любим AirPods Pro. Но Ура! Это не открытые я наушники. Я обожаю Apple! И они все вставляются в ушной канал, как прошки. Мне такой форм-фактор нравится куда больше. Ах, когда вы с кем-то говорите, музыка в наушниках будет становиться тише. Цена 129 и 100... $179 за версию без активного шумодава и с шумодавом соответственно. Затем речь пошла про AirPods Max. Нам показали новые цвета и разъем USB Type-C в наушниках. Цена $549, а старт продажи... уже 20 сентября. Но... Нет, там вот оранжевый цвет прикольный, кстати. Да еще не все. Наушники AirPods Pro 2 получили новые фишки. Защита вашего слуха от громких окружающих звуков. Наушники теперь могут проверить уровень вашего слуха. И если вы заметите какие-то изменения, Apple предложит обратиться к врачу. Ну и главное... наушники AirPods будут помогать вам при проблемах... Бля, мне кажется, типа, ну... Пользователи iPhone и Apple, они типа, пока им iPhone не скажет обратиться к врачу, они такие, ну, видимо, я нахуй просто, я цел и здоров, блять. Ну, сейчас, подождите. Вот как вы думаете? Просто вопрос. Замешан ли тут iPhone? Или часы Apple Watch? Ради чего мы с вами тут собрались. Встречайте новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus. И нам показали сочную рекламу и сочные цвета. Бля, ну цвета да. Нам вот захотелось. Ну кайф же. Кнопка захвата, о которой мы с вами говорили. А, еще хуйня какая-то, блять. Почему-то у модельки Max или Pro Max или как. Другие цвета, блять. Мне просто здесь камер не хватает, но вот этот дизайн мне нравится больше, он прикольный. Или подтверждена официально. Смартфоны получили следующие цвета. Ультрамарин, бирюзовый. Блин, какой же охуенный. И вот это тоже крутой, но розовый. И черный. Дисплей имеет яркость от 2000 нит до 1 нита. Диагональ не изменилась, все те же 6,1 и 6,7 дюйм. Подожди, ну у каждого телефона, наверное, есть один нит. Типа, это же, ну, минимальная, самая минимальная яркость. Но это важно было заметить, просто, ну, такого раньше в айфоне не было. В экране у нас кнопка действия. Теперь в базовых смартфонах. На правой стороне кнопка для управления камерой, все как на утечках. Вот же вы охуеете, когда через несколько лет кнопка... еще в эту кнопку сканер отпечатка пальцев добавят. И вы будете говорить, ебать! Сканер отпечатка пальца, бля! Охуеть! Кстати, ребята, значит, все, кто говорил, да, вот это вот мне говорили, ебать. Я говорю, вот как мне с айфоном, вот там ебать Face ID. Это хуйня полная. Короче, чтоб вы понимали, у меня Face ID, ну я не знаю, может я какой-то гомункул, блядь, но не срабатывает примерно каждый шестой раз использования. Чтоб вы понимали, да, ну как вам, блядь, продемонстрировать. Вот я беру телефон, и чтобы воспользоваться телефоном, ну ты ж пальцами пользуешься. И смотрите, ебать, он разблокировался, засек, да? В любом положении, то есть я могу на него нахуй не смотреть, ничего, я могу его включить, блядь. Когда я смотрю ТикТоки перед сном, я вот в таком положении, нахуй. Мне надо на себя направить. Там немножечко поднимается яркость, чтобы осветить тебе ебучку. Ты вот это нахуй. Блять, ну это пиздец. Ну почему? Сука, ну неужели им так сложно добавить сканер? И пусть люди выбирают, что они нахуй, ну, хотят. Может быть, сканер лучше, может быть, не сканер лучше, блядь. Вот. Ну, просто телефон, мне ебаный код приходится водить. Никогда в жизни я здесь код не водил. Всегда я прикладываю, блядь. Сука, там вот эта ебанутая хуйня постоянно. Ты должен, ты вот так хочешь. Ты, блядь,
когда видосы смотришь, вот, я когда кушаю, смотрю видос. Я хочу поставить телефон и его разблокировать. Все, разблокировал. Айфон ты должен взять. Но это хуйня полная. Просто, ну, для тех, кто только айфоном пользовались, может быть, это охуенно. Но когда ты понимаешь то, что ты с телефоном взаимодействуешь пальцем, и, наверное, было бы прикольно этим же нахуй пальцем и разблокировать телефон, блядь. Для управления камерой. Это все... спойлеры к 20-му айфону. Я вам серьезно говорю, вот в эту хуйню потом встроят, потому что я уже, я чувствую, что оно рассчитано специально под место пальца, блядь. Как на утечках. Сердцем смартфонов выступает... Потом туда встроят, блядь, дизайну все как у моего Самсунга складного. Чип Apple A18, созданный специально для ИИ и Apple Intelligence. Чип на 30% быстрее, чем Apple A16. Блин, придется купить. Хуй, а где 17-я версия? Типа ее решили просто... Блядь, охуеть, вы представляете, блядь. Это ж у меня теперь мой iPhone, это хуй. Полная, я не смогу. Бравл Старс играть. Установленный в iPhone 15 и на 30% более энергоэффективный. Затем на сцене появился наш любимый Крейг и рассказал о новых фишках. Все вокруг нейросетей. Apple Intelligence умеет понимать язык изображения и выполнять действия. Как в Самсунге? Персональный контент и все то, что мы уже слышали на WWDC 2000. Как в Самсунге? 2024. Apple AI может переписать текст, редактировать его, сделать вам персонализированные эмодзи и изображения. Свои текста, резюмировать уведомления и писать вам, какие уведомления более приоритетные. Новая Siri станет умнее, будет понимать ваши затупы и повторения. А если вам неудобно говорить голосом, можно просто написать ваш запрос. Как в приложении Яндекс Алисой, блядь? Все это будет помнить контент. Например, можно спросить, какую фотографию вам прислала жена пару месяцев назад. Бля, вот это прикольно. Ладно, вот это интересно. Apple Intelligence будет доступна уже в следующем месяце бесплатно в США. А затем в следующем году расширится на другие регионы. Китай, Япония, Европа. Появилась... Там просто... Новая фишка. Зажав клавишу камеры и наведя на заведение, вы получите сводку о нем, его рейтинг и данные. Работает примерно как Circle to Search в Android смартфонах. Да. Бля, мне даже ничего не пришлось говорить. Блядь, то есть мне не придется нахуй рот открывать. Дальше речь по... Как разрабатывали новый iPhone? Пошла о том, как работает новая кнопка. Ура! Это имкостная кнопка, то есть она не физическая, а сенсорная. Она позволяет быстро взаимодействовать с приложением камера, зумить, фокусироваться. Причем по ней можно как нажимать, так и свайпать, чтобы управлять параметрами. Насколько точно инсайдеры... Не, но выглядит все равно симпатично. Слили все об этой кнопке еще полгода назад. Далее речь о камерах. Тут у нас 48-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f1.6. Позволяет захватывать в 2.6 раза больше света. А благодаря новому расположению... Относительно чего? ...сенсоров можно снимать пространственные видео для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. В приложении фото появилось... Apple Vision Pro! На Apple Vision Pro всем стало похуй, типа неделю после его выхода все поняли, что это кал. Возможность удалять ненужные объекты на фотографии. Вещь дико полезная. Невозможно сгенерировать. Ну вот и все, нахуй. Вот и все, бля. Не, ну это Apple. Это Apple. Да не, ну подождите, я же должен найти, где есть что-то, кроме меня, блядь, на фотке. А у меня таких фоток нет, потому что я себя люблю очень. Да. Бля, ну у нас был прикол, где мы в бане, блядь.
Тусили, сфоткались с котом. Мы этого кота удалили. Мы этого кота увеличили. И по размерам. Итак, значит, сейчас я попробую. Вот мне не понравилась данная обезьяна на фотокарточке. Я хочу стереть эту обезьяну нахуй. Она мне не я фоткал дерево. А ну-ка. Греется. Блядь, это ж чё ж получается-то нахуй? Мне не придётся 16-й iPhone покупать? Не, я хочу, знаете, сейчас. У меня есть получше. Значит, во-первых, оцените, да, обезьянку именно по 10-бальной шкале. Сейчас. Дело в том, что... Я вот это не видел, сейчас он, может быть, про это скажет. Но я могу взять эту обезьянку, сделать её вот так, блядь. И теперь у меня будет большая обезьянка. Типа, я охуительно её сфоткал, что она гигантская, и я к ней подошёл, блядь. И не знаю, есть у вас такое? Ну, просто если нет, то, наверное, лет тоже через года 2-3 добавят. Бля, зацените, какая огромная обезьяна, бля. Это реальное фото. Это даже не фотошоп, блядь. Бля, ну ничего, в айфоне, конечно, это вот добавили. Но, как мы видим, вся презентация айфонов крутится вокруг Apple Intelligence. Так. Смартфоны получили новую систему охлаждения. Затем нам рассказывали про игровые возможности смартфонов. Genshin Impact. Это все тут на очень высоком уровне. Время автономной работы увеличилось, но насколько, нам не сказали. Увеличилось, типа. Затем включили рекламу. Смартфонов прям очень сочные цвета, мне, бля, розовый кайф, нравится. Уже расчехляю копилку. Цены не изменились: 799 и 899 долларов за базовые версии. Подожди, а где еще обновление? Затем нам вернули Тима. Переходим к самому сочному. Встречайте iPhone 16 Pro и 16 Pro. Подожди, а где, блядь? А что же в итоге? Он стал мощнее, добавилась вот эта кнопка. Ты можешь вырезать собаку с экрана и может спросить у него, когда у тебя, тебе фотку месяц назад жена отправляла. Все. Новый золотой цвет. Ох, как красиво. Очень, блядь, красивый золотой цвет. Прям, блядь, вот золотистый, золотой. Смартфоны, бля, выросли до 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Это самые большие айфоны в истории. Рамки стали тоненькими. Четыре цвета: черный, белый, натуральный и новый песчаный золотой. Смартфоны получили чип Apple A18 Pro, самый мощный чип компании. Ультраширик получил разрешение 48 мегапикселей, а тета-призма появилась в младшем iPhone 16 Pro. Затем нам рассказывали долго о фотовозможностях. Там в целом ничего нового, а потом речь пошла о видео. Появилась поддержка 4К 120 кадров, что... Сука, это ж так охуенно, бля... Ну, где-то, типа, именно. Позволит снимать слоу-мо в невероятном качестве. Захват пространственного звука во время записи видео. Это полная хуйня. Это реально полнейшая хуйня. Ну, типа, никто... Ну, 4К, он оверхайпит. То есть, его компании продвигают, но людям он почти не всрался, блядь. Новая фишка AudioMix использует машинное обучение для определения и разделения фонового звука и речи. Цены не изменились. 900... Ну, может быть нормально, если хороший звук будет. 99 и 1199 долларов за базовые версии. Старт продаж новых айфонов 20 сентября. Ну вот и все. Презентация подошла к концу. Пришел Тим Кук и попрощался с нами. Презентация вышла неплохой. Смартфоны просто кайф. Я, короче, доволен. А ну, конечно. Презентация Apple и планируете... Бля, я единственный человек, который просто не боится говорить айфончикам, что их греют как гоев. Бля, ребят, если вы хотите реально прогреться, приватка. Моя приватка. Ссылка в описании, блядь, в комментарии, закрепленном везде, блядь. Кто-то покупает из показанного. Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Подожди. Из показанного. Ваши мысли по этому поводу... Блять, ну, то есть для них это тоже, да, инновация, что ты можешь, блять,
Apple и планируете ли что-то покупать? Что ты можешь, блядь, включить камеру вот так? Если по этому поводу, мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал. Это не покупать iPhone. Бля, не, ну выглядит прикольно. Розовый цвет, синий, бля, реально прикольно выглядит. Да, блядь. Мне кажется, вот через несколько лет, но это не только в айфонах, это во всех компаниях будет, будет такая тема. Ребята, в этом году мы немножечко изменили дизайн, чтобы старые чехлы не подходили. Ну и хватит в этом году, все, ну, заебись, типа, уже, блядь, ну... Ну, наверное, уже хватит. Типа, много вам будет. Вот, и все. Ну, блядь, это пиздак. Это... А, мы еще изменили положение камер, чтобы все знали, что у вас самый новый iPhone, блядь. Вот это... Опа, блядь. Вот это очень важно.